Всем привет! Сегодня готовим луковые кольца фри. Поехали! Итак, значит, нам понадобится очень горячая сковорода. Я свою электроплиту поставлю на пятерку. Много масла. Лям-лям-лям-лям-лям. Так прилично нужно, конечно, налить. Хоп. Ну, видите, сюда количество такое. Нехило, да? Нарезаем. Чем тоньше, тем лучше. Это именно для украшения, для подачи. Как бы делать особо там нечего, да? А эффект? Эффект очень крутой. Сковородка греется, мы тут все это с вами переделаем. Вот, сейчас я включу чуть-чуть вытяжку. Чуть-чуть. Потому что сейчас будет жарко-жарко. Так, значит... Масло греется, топ-топ. И мы эти луковые кольца, полукольца. А знаете, как я делаю? Я уже забыла. Я вот так вот делаю. Я что-то тоже каждое кольцо как-то лень это вот вымачивать. Впихивать. Нам надо быстро, быстро, да? Чтобы все было быстро. Значит, перемешали, чтобы мука прям покрыла все-все кольца, каждое кольцо. Кольца все в муке. Сейчас проверим, да, шипит или не шипит. Проверяем. Шипит. И выкладываем. Смотрите, от них лучше вообще не отходить. Вот прям стойте и смотрите на них. Сгорят за секунду, вот поверьте мне, не первый раз. Переворачиваем кольца. Кое-что горит, кое-что не горит, кое-что сырое, да? Вот так вот, все с опытом приходит. Кое-что надо вынимать уже, а кое-что еще сырое. Вот как это понимать? Тоже точно готово. Видите? Первое колечко. Так, эту красоту нам надо на бумажное полотенце. Хоп. Что надо было сразу постелить? Ну, кто же думает заранее, правильно? Вау, тут прям горело и... Ух ты. Да, вот видите, нужна практика. Прям горело. Ну, не все, да, горело. Чуть-чуть горюненько. Кольца лука фри для украшения готовы. Это, конечно, смотрится просто ужасно, но сейчас я вам продемонстрирую, как это смотрится вот в композиции. Куда их? А, сюда вспомнила. Давно просто не делала. Очень вкусно, на самом деле, вот с луком фри. Это вообще такое дополнение классное. Вот, пожалуйста. Драники с луком фри. Вообще шикардос. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и давайте готовить вместе. Пока! Так, ух ты, муки столько осталось. Ну ладно, пристроим куда-нибудь. Так. К этому тоже пристроим. Пристроим в мусорник.